он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сечного изначально, как близнецы-балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним в качестве дополнительной охраны. Чего? Охрана? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор, зачем нейрополимерные субстанции, способные в